Bună ziua, stimați prieteni! Так. Так, ага, подключение. Салут, приятень. Сведем чини есть акум онлайн. Так, лигатуры, конектар, парк есть, окей. Всем привет, кто сейчас онлайн. Такой сделал, решил сделать небольшую паузу во время работы. Готовлю сегодня к встрече с жителями Кишинева. В 17.30 рядом с дворцом Николая Сулак. У кого будет желание, приходите. Потом программа «Политика» с Натальей Мораль. И так дальше. Ну, короче, мой там Елаштирь. Вам спустя на час, компания «Электорала». Алло, где кандидации, саш, презенти, кум ради компенсия, кум протежем продукатуре аутохтон, че фачем пентру, че куафачер ли мич, куафачер медиа, хорика, агрикультура, калиферата. Ламути, постер сан темпле, непонятно щи, непонятно что. Я сейчас прочитал один из порталов, не буду делать ему рекламу, где некоторые начали оскорблять русскоязычных граждан нашей страны после того, как было некоторое... Вчера в студии ПРО-ТВ, там был конфликт, один из кандидатов. Ребята, я никому не делаю рекламу, еще раз, никаких имен называть не буду. Но вы все видели, кто там бросался бутылкой, кричал, там тыкал, не тыкал и так далее. Я тоже могу покричать. Я тоже вещи называю в жизни своими именами. Но то, что я видел вчера, ну, стоит, вы должны понимать, что стоит журналист, где я могу высказывать свое мнение о их взглядах, о том, что я не согласен иногда, как они преподносят материал. Но вчера это было просто какое-то такое зрелище, и я не хочу, чтобы всех русскоязычных граждан называли плохими словами из-за некоторых. Пока тихонечко включу песню Высоцкого о сумасшедшем доме. Почему именно? Лежу в палате косятся. И что, боюсь, набросятся. Неизлечимые. Бывают психи разные. Не буйные, но грязные. Бывают психи разные. Ну, бон. Идея кари. Ее мангадир штискум, амфос ши йоди маймул теорила дисбатер. Ши это темпу, ши дуам на бог зо фоста апропо мартор. Ла дисбатер ли дем президентиале, кен йота темпу ртам кумини анкулек. Кока мешуки пенщинева. Деварищ ее штием фарти бини. Кы лауны тремуры мына, лауты тремуры фолщели, лауты тремуры оки, алт шеди коки стеклес. Ши йоза фин законопослушный гражданин. Ши ум Кораспондери, которые мер страды жвецкой щеневал, жафуешти, пщенева, шнупоцел, тим плищ физик сажут, скинь милиция. Да конвезу не бунди кап, лимпиди, кок ди стекла, а то есть требди кема доктору. Да пын вини салваря, пын лам пакетяза салдука, ланой журналишти, дом на бог, зашичелался журналишка Александр импликация дисбайтер, требус фии гата, пентру кумва облукай ситуация по инвини доктору. Кьё беди Америка, дамна Лорена Букса, ну ж кум са пердут. Ну ж тия кум с реакцией не зала инциденту, кара вот локон, антем де дисбатер ла противе. Шедяста юсен гата с мэмпарт ку унили, с мэмпарт ку унили лукру, кара ё ли порт ла фикари дисбатер. Кумини пор симплу нам абут моменту, касал импакетес певреону, интимпо дисбатерула, касану авем все еще вот есть. Ши де аста ел варат вещам пригатит вещам де антрекот. Так, яка варат дин те пимаса. Деч, аста есть и о камешуйк. Видец? О камешуйку на де аста ла домна бог замадусу ла дисбатер ану трекот, да. Нам авут невой де ачастка комешуйка. А мы черкат его колу. Он один партичпан зла дисбатер, кяр мяча руто, шо спуск куйта со домна бокза. А чисту сат и адус, шо мейжали сим дэво камаш, дар сведи кэдикалитать. Сварыд дэво камаш, каракуш.
Аз ве тримат лудам на бог за свайбунсти. Студиоу, шелаворче, позди телевизионе, каре организация дисбатер, ка свист пригатец, совет стрябы кудиферис, кандидат, ка ащал, каре уфос ерила противе. Аша, уитацева, шифру мусатвеш. Аста и камеша, воплащаш, а? Материал. Ведеться материал, и кусут ла команды, ио ругат ка окроиторясу господина снеликуаса, дище. Pentru să le ocumim la dezbater. Dar uitați-vă cât de faină este această cămașă. Vedeți ce mâine și are? A? Crasăta căcă. Vedeți, da? Deci cu cămeșuica asta, deci orice jurnalist o mai chemat. O mai chemat vă câțiva experți care sunt acolo. Că doamna Bogza, dacă ieri avea această cămeșă, și îl chema pe domnul Vasile Botnaru, și mai vine cineva de la intrare și niște șori, lega omul și sunau la Costiujeni, înțelegeți? Sunau la Costiujeni și spui, băi, căroci, avem un client pe vașa ceasă, noi l-am legat, așa o leacă șchiopătând, o leagă fâsâind, eu cred că Vasile Butnaru ieri de mă vie cu cămeș și asta să-i facă vă două cruguri. Dacă le trebuie să le fac eu un curs în studio, să le arăt eu cum să leagă oameni limpezi la cap, eu vin cu mare plăcere și o fac. Și acum, studiind problema, am mai văzut o situație foarte gravă și trebuie să ne gândim cumva și să facem cu lucrul ăsta. Uitați-vă, vă arăt pagina MSP, Spitalul Clinic de Psihiatrie. Și mă uit în lista de contacte. Vedeți, anticamera, vice-director, serviciu secretar relației publice, șefa, deci așa, contabil șef, psiholog, este tot ce vrei. Numai este adresa, apropo, vedeți, da? Deci, strada Costiujeni, так, strada Costiujeni, atunci atât adresa este. Dar nu telefonul la dejurcă, eu vă rog frumos, cei de la MSP. Deoarece, în rubrica despre sau nu știu unde era scris că deci lucrați de la 8 dimineața până la 16:30, spuneți-mi vă rog, și poate să facă doamna Lorena Bogza și alte persoane dacă la voi lucrează, deci dacă orele de primire este numai până la 16:30. Deci deoarece este o problemă pentru doamna Bogza și alt jurnaliști, ție și cineva în cămeșă, până dimineața la ora 8, că dezbaterile sară. De asta vă rog frumos, cumva modificați-vă regimul de lucru ca să poată să aibă acces la dumneavoastră atunci când este psihopatul, dar nu atunci când se vie, să-l ții, ușile sunt închise. Noi avem nevoie de telefon la dejurcă, ca raz, și vedem, imediat cum facem. Dacă am dat să vedem cum lucrează Costiujeni. Am sun eu de pe speaker. Să vedem că și chiar facem în cazurile astea. Так. 022-857-241. Так, а може vedem. Așa, погнали. Ei, dacă așa să lucreze și când este problemă. Так, 022-857-241. Oare avem prea mulți nebuni? A, e gudoc tihă. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți, vă rog, dacă eu sunt pisat la dumneavoastră, da? Da. Și aici este indicat anticamera, vice-director medical, dar spuneți, da, telefonul la un diserviciu. Deci dacă este un caz grav, când ea că trebuie pe cineva să-l împachetăm în cămeș și să-l ducem la dumneavoastră, la ce telefon putem apela? 022. O secundă, vă rog, o secundă. Așa, o secundă, vă rog. Так. 022 857 Asta e de serviciu, da? Asta e ca registratură. Bun, dar el lucrează 24 din 24? Nu. Dar până la, de la ce oră până la ce oră să iei? Nu, ia că dacă avem în vedere un caz grav, dar e sara târziu. А по казу есть, а уни с неадресом, как с владущим? Ну-ну, да дак и клиент по вашей части номи? Да дак и клиент по нашей части, тут у нас,
Ну, к ной держа комешиням к суд для вем для ностре, да ну штим штиску мадика дим пакетат вылым пакетем, да унесл душим, куфо стерео. А муж ее и сон лор, вам мусимеску. Да, вам мусимеску. Да, вам мусимеску зибон. Мерси. Так, аша, где еще дом на рецептива на антикамер? Браво. Так, опт, чинь шапки. Патру, три, двое. Аша. Сведем процедуру, муж. Да, ку регистратура и проблема, як антикамеру респонс. Домна Бог, задак ма привіц онлайн, регістрас номер 0-2-2, опчень шапті, патру 3-2. Домна один антикамеру фосфорте, ама білашека макар, дям штім муніс сунац. Варил ляга пшенева, вар пшенева ла регистряза. Так. Принес ворог плетни, кар не привез кулань. Кума плащ камеша, кума не сели лунча кум. Ну куда? Тащи карю тримет лудам на бок зала плать. Против вес айбы я у нас сепарат. Шкари журналисты моя бы не вой адреса свою, но вот нешу проблема. Так. Да, регистратура, ну распомни. Оп, чинь шапки. Патру, три, двое. Ваша. Так. Ой, ребят. Короче, не отвечают. В общем. Место следующее. Давайте жить дружно. Любому, кому понадобится рубашка с длинными рукавами, предоставлю столько штук, сколько надо, и не только журналистам. И еще раз, давайте не будем судить по поведению некоторых людей, обо всех. Значит, мы маленькая страна, в ней живут молдаване, русские, украинцы, румыны, гагаузы, болгары. В Бельцах есть даже польская община большая тогда. Давайте жить дружно и заниматься работой, и спасать страну. Я, конечно... решил, как говорится, поделиться как бы мыслями, как бы я себя повел в ситуацию. Вот я после того, как мне отправляли провокаторов и так далее, вы видите, я ношу им эти рубашки, я это уже как бы показывал. Я сам их пошил, вернее, не я, пошили их портные, пошили из хорошего качества, чтобы даже дебилы чувствовали себя прилично одетыми. И психопаты тоже. Поэтому... Я вам всем желаю хорошего дня. И увидимся в 17:30. Еще раз встреча возле дворца Николая Сулак с жителями Кишинева. У кого есть желание задать вопросы, приходите. А потом программа «Политика» с Натальей Марари у нас в 20:00. Совет Сузик от Майя Фрумаса. Нумур для Костю Жень Баландат. Кумарат Камеш или Карисангата. След трансмит журналист, как у вас сессия против Жезы. Ше, мержи манеете шмончим. Треск попору. Пока.